Семья – это семья. Когда живут вместе взрослые и дети. Семья – это когда много своих человек. Это где папа, мама, сестра и брат, бабуля и дедуля. Эти люди любят друг друга, оберегают, заботятся. Члены семьи – это, это тот, кто в семье. Например, собаки, кошки, и всякие там звери, рыбы, хомяки. И бабушка, и дедушка, и кот, попугай, собака. Собаки тоже, но мама не согласна с собакой. А кто самый главный в семье? Папа. Потому что папа старше всех, а мама чуть-чуть поменьше. Мама. Мама. Мама за мужем. Папа. Мама. Папа. Я главный. Ты главный? Да, главный. Это только взрослые могут быть главными. Мы маленькие, нам нельзя командовать. Еще мы чего-то не знаем. Семья настоящая, она всегда умеет договариваться. Как не ссориться? Иногда маленькие споры бывают. По всяким пустякам бывает. Иногда да, ругаться. Ничего страшного, так пустяк. Может, ребенок не прав, может, сам родитель не прав, может, они вместе не правы. Надо уметь договариваться в семье. Не ругаться в семье, нужно просто хорошо вести и хорошо делать, чего мама и папа просят. В семье надо никогда не грубить. А если какая-то семья все время ругает, это уже не семья. А что это? Это какая-то ругачья шоу-программа, наверное. Надо жить в дружной семье. Просто не рассыпать соль. Если рассыпал соль, то все, скандал будет. Пункт первый. Надо сказать всем, чтобы они больше не ссорились. И пункт второй. Пообещать, что я не буду ссориться. И все. Счастливой семье — это значит все счастливые. Даже собачка. И кошечка, и черепаха. А что лучше? Богатая семья или счастливая? Счастливые. Потому что все люди радуются, а богатые, они злются. В богатой. У них много денег, они не могут счастья купить. Настоящая семья, она всегда счастливая. Всегда. Даже если она там бедная, либо очень сильно богатая. Там. Но ты же все равно радуешься с деньгами. Но тебе же квартира новая, ты радуешься, тебе старая не нужна. Счастливая и богатая. Потому что счастье, оно лучше богатства. Это и есть богатство, настоящее сокровище, счастье.